закрытое акционерное общество «Авиастар» самолетное производство является крупнейшим производственным комплексом по выпуску авиационной техники на территории Российской Федерации и СНГ. Сегодня «Авиастар СП» – одно из самых современных самолетостроительных предприятий Российской Федерации, оснащенное разнообразным современным оборудованием. Производственный комплекс позволяет выполнять широкий спектр технологических операций – от литья, штамповки и механообработки до окончательной сборки испытаний готовой продукции авиационно-космического назначения. Мощности завода в настоящее время позволяют производить до 50 самолетов Ту-204 и до 6 самолетов Ан-124 в год, а также переоборудование и модернизацию любых отечественных и зарубежных судов. Ан-124-100 является самым крупным в мире серийным транспортным самолетом и прекрасно зарекомендовал себя на рынке грузовых авиаперевозок. Максимальная грузоподъемность этой уникальной машины составляет 150 тонн. По дальности полета, максимальной грузоподъемности и габаритам грузовой кабины «Русланы» не имеют себе аналогов. Он превосходит по грузоподъемности и размеру известные транспортные самолеты. Этому самолету принадлежит мировой рекорд по грузоподъемности – 170 тонн. Максимальная дальность полета – 15 тысяч километров. Дальность полета с нагрузкой в 150 тонн – 4500 километров. Носовая откидывающаяся часть и уникальное приседающее шасси Ан-124 позволяют производить погрузку и разгрузку без применения специального оборудования. Высокая автономность эксплуатации, не требующая специальных терминалов в аэропортах, возможность полетов в любые аэропорты мира с длиной взлетно-посадочной полосы от 2500 метров, высокая топливная эффективность, навигационное и пилотажное оборудование, позволяющее производить полеты по всем трассам международных воздушных линий, соответствие международным навигационным требованиям РНП-5 и требованиям экологии 3 главы ICAO. Сегодня на «Русланах» совершается до 90% всех существующих перевозок крупногабаритных, нестандартных, сверхтяжелых и уникальных грузов в мире. С 1994 года ЗАО «Авиастар СП» запустил серийное производство Ту-204. Сегодня семейство Ту-204 представлено модификациями самолетов, оснащенных двигателями и авионикой российского и зарубежного производства. Все самолеты Ту-204 сертифицированы авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета и полностью соответствуют международным требованиям ICAO по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу. Самолеты Ту-204 отличаются высокой топливной эффективностью, комфортабельным интерьером. Установленный на самолете современный цифровой пилотажно-навигационный комплекс позволяет осуществлять полеты по международным авиатрассам. Высокоресурсная конструкция самолета рассчитана на не менее чем 45 тысяч летных часов или 20 тысяч посадок. Это соответствует 20 годам эксплуатации Ту-204. «Авиастар СП» представляет две линии самолетов Ту-204 – грузовые и пассажирские. Грузовая линия самолетов Ту-204. Ту-204С – грузовой самолет с двигателями PS-90A. Грузы транспортируются на поддонах и контейнерах стандарта IATA. Ту-204-120С – грузовой самолет с двигателями фирмы Rolls-Royce. Кабина грузовых самолетов Ту-204 оснащена погрузочно-разгрузочным оборудованием «Анкра», которое позволяет размещать международные стандартные контейнеры и палетты. На самолете возможна перевозка грузов длиной до 10 метров. Пассажирские модификации. Ту-204-100 – базовый среднемагистральный пассажирский самолет с двигателями PS-90A Пермского ОАО «Авиадвигатель». Ту-204-120 – лайнер на базе Ту-204-100 с двигателями Rolls-Royce с адаптацией под них ряда элементов планера. Сертификат АП-25 – Межгосударственный авиационный комитет и CAA – Египет. Пассажировместимость 160-210 мест. Компоновка салона в зависимости от запроса заказчика.
Новейшим достижением компании «Туполев» и ЗАО «Авиастар СП» является первый российский дальнемагистральный двухдвигательный самолет Ту-204-300. По сравнению с Ту-204-100, длина фюзеляжа нового лайнера уменьшена на 6 метров и увеличен запас топлива. Это позволяет эффективно использовать самолет на дистанциях от 2000 до 9000 километров. Перелет из Москвы до Владивостока на Ту-204-300 займет менее 9 часов. Ту-204-300 является первым современным российским двухдвигательным самолетом, способным совершать столь длительные перелеты без дополнительных посадок для дозаправки. Ту-204-300 отвечает всем современным и перспективным требованиям ICAO – Евроконтроля по навигации, шуму и вредным выбросам в атмосферу. Салон лайнера доставит 157 пассажирам удовольствие своим комфортом и поможет не заметить многочасовые перелеты. Высокий потолок и относительно прямой контур внутренней стенки салона обеспечивают пассажирам у окна свободное пространство на уровне плеч и головы. Вместительные багажные полки, просторные проходы, низкий уровень шума по всему салону, развитая система развлечений пассажиров. На самолете установлена видеокамера, транслирующая пассажирам вид из кабины пилотов. Сегодня лайнеры Ту-204-300 выполняют авиарейсы без ограничений во все европейские страны. Страны Юго-Восточной Азии, Китай, Японию, Южную Корею и Вьетнам. Окрасочное производство «Спектр Авиа» имеет возможности по обслуживанию любых типов воздушных судов. ЗАО «Авиастар СП» обеспечивает предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание выпускаемой техники. Летно-испытательный комплекс предприятия, находящийся в международном аэропорту Ульяновск-Восточный, принимает для испытаний и технического обслуживания воздушные суда любых типов массой до 400 тонн. В закрытых корпусах одновременно может располагаться два самолета, таких как Ту-204 и Ан-124-100, или Boeing 757 и Boeing 747. Современное оборудование позволяет проводить полномасштабные испытания и все виды технического обслуживания самолетов Ан-124-100 и Ту-204 в соответствии с имеющимися сертификатами и способны вести работы технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus. Уникальный авиастроительный комплекс, раскинувшийся на берегах Великой реки Волги в городе Ульяновск, производит самолеты, в которых трудом сотен тысяч человек воплощены в жизнь самые передовые достижения в области авиационной техники. Самолеты производства ЗАО «Авиастар СП» экономичны в эксплуатации, соответствуют международным экологическим требованиям и обеспечивают комфортабельные и безопасные полеты.